Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим антигравий от компании Мотив, артикул 4.0.18. Данное средство идет белого цвета. Оно также выступает в роли антикоррозионного средства. Используется для наружных частей шасси автомобиля, то есть для того, чтобы при попадании камней и каких-либо солей на кузов автомобиля, чтобы они не въедались и не оставляли повреждений. Ну, это в данном случае касается камней и тому подобное. Данное средство хорошо быстро высыхает при обработке. Нужно, вернее, желательно наносить 2-3 слоя средства. Эта банка идет емкостью 1000 мл, 1 литр. Предназначен для распылителя, то есть у нас здесь нужно пистолет, чтобы его нанести. То есть верхняя крышечка снимается пластиковая, и далее уже распылителем пробивается металлическая часть, накручивается, и можно спокойно всю машину обделывать. Емкость, как я уже сказал, 1 литр. Наносить при температуре от плюс 15 до плюс 25 градусов, полностью высыхание идет около 2 часов данного средства. Дополнительные характеристики и стоимость средства вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.